на завтрак или в качестве быстрого и вкусного перекуса для всей семьи. И хочу предложить вам на заметку классный вариант, как приготовить гренки с сыром и яйцом в духовке. Сытные, аппетитные и вкусные. В данном случае это не совсем классический вариант, кроме сыра с яйцом, в начинку добавлена также морковь, впрочем, вы можете добавить зелень, специи, а также измельченную колбаску или сосиски, например, или не добавлять ничего. Духовку включите сразу, как только решите приступить к процессу, тогда приготовление займет минимум времени, гренки получатся действительно вкуснейшими. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Батон нарежьте тонкими ломтиками, в глубокой мисочке взбейте яйцо с солью и перцем, туда же добавьте пропущенный через пресс чеснок, тертый сыр, немного майонеза или сметаны и, по желанию, тертую морковь. 2. Перемешайте начинку как следует, выложите ее ровным слоем на хлеб, отправьте в разогретую до 190 градусов духовку минут на 10-15. 3. Как только гренки подсушились, а их верх подрумянился, доставайте противень, немного остудите и подавайте готовые гренки к столу. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. А теперь ингредиенты. Батон 1 штука, небольшой, плавленый сырок 2 штуки, яйцо 1 штука, крупное, чеснок, по вкусу, сметана, 2 столовые ложки, или майонез, соль и перец, по вкусу, морковь, половина штуки, по желанию, количество порций, 6-8. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Всем добра, заходите еще.